Добрый день. Второй способ завязывания узла булинь. Берем ходовой конец, забрасываем вокруг опоры. После этого веревочку складываем вот таким вот образом, чтобы коренной ушел перед веревкой или между веревками. Вот он оказывается у меня сейчас, видите, между веревками. Коренной между веревками. После этого берем ходовой, пробрасываем в образовавшуюся петлю. Петлю пробросили. Теперь вокруг коренного и наверх. Назад в ту же самую петлю. Затянули. Вот у нас получился узел булинь. Узел булинь. Еще раз показываю. Пробросил, повернул в петельку вокруг коренного, назад в петельку, затянул. Вот он, узел булинь. Еще раз вокруг опоры, поворот внутрь, вокруг петли, назад, рывок, узел готов. Затягиваем его хорошо, узел булинь. И еще раз вокруг опоры, петельку внутрь петли, вокруг веревки и в обратную сторону. Узел булинь готов. Должен обратить внимание. Я веревку вот эту через петлю пробросил. Могу ее, имею полное право, как говорится, пробросить ее вот так, в эту сторону. Могу ее пробросить в противоположную сторону. Узел будет все равно тот же самый булинь и точно так же завязан. Не принципиально, с какой стороны мы там обвели. Через петельку. Раз и назад петельку. Все. Ничего сложного.